like a bell cut. Дима, я надеюсь, что американец сделает то, что не положено в Нью-Йорке. Группа подтвердила правила игры? Да, самое главное – захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских – ерунда по сравнению с этим. Соломон – долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть псих, но отлично знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди осознали, какого здесь мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евмрекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем EP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Пошли быстрей! На меня! Через автопад. Вниз на уровень Б, потом вверх по лестнице. Дима, убери их. Дай тебя!
влево. Сообщи расположение факела. Прием. Основной торговый этаж вон туда. Thank you.
держать его в достижимом радиусе. Вот покидай здание! Ну, ё-моё, шевели! Двигай! Пойдем под отстрельный огонь. Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял?
обезопасил это? Что за херня, бля? Это же пустышка, не ядерное оружие, бля! Топор лишь ему, где факел?